вами Инна Стан и в эфире программа News Time. Прямо сейчас о самых интересных событиях шоу-бизнеса. News Time. В Москве состоится Bridge TV Need for Fest Summer Edition. На фестивале, который пройдет 4 июля в Tesla Place, выступят Филатов & Кэрос, Стас Пьеха, Моя Мишель, Крафтс, Пицца и многие другие. News Time. Алсу выпустила клип «Love You Back». В новой работе звезда вернулась к жанру англоязычного R&B. Режиссером видео стал Сергей Грей. News Time. Друзья, мы продолжаем. И прямо сейчас сюжет дня. News Time. В Москве одновременно с чемпионатом мира по футболу стартовал грандиозный футбол-фест при поддержке Bridge TV. На столичной площадке Tesla Place все поклонники футбола смогут бесплатно насладиться прямой трансляцией матчей. Мы рады за тех людей, которые пришли сегодня к нам на площадку посмотреть на самом большом, ну, по крайней мере, в мире, наверное, точно, проекционном экране футбол. Это лучше, чем просто смотреть дома по телевизору, однозначно. Ну, по крайней мере, мне дух захватывает. Перед началом матча Россия-Саудовская Аравия отечественные звезды поддерживали настрой болельщиков. Мы уверены в нашей команде. Мы не то чтобы, как некоторые верят, в чудеса, а мы уверены. Я вообще отчаянная болельщица. Мой папа всегда болел за «Спартак». Мой папа всегда болел за нашу сборную. За кого болеете? За Россию! А если вдруг... Мне такого быть не может. Я договорился. Надежды оправдали себя. Российская сборная одержала победу, а эмоции переполняли каждого. Это Россия! Спасибо! Спасибо! Парни реально, видимо, перестали нервничать, перестали загоняться и показали лучшую игру, которую они могут на данный момент. Россия – это моя страна. Я люблю Россию вообще. Помимо этого, 4 июля в Tesla Place по многочисленным просьбам состоится грандиозный музыкальный фестиваль Bridge TV Need for Fest Summer Edition, на котором выступят отечественные звезды. Ну а трансляция футбольных матчей продлится до 15 июля. News Time. Друзья, на этом все. Вы смотрели программу News Time. С вами была Инна Стан. Пока-пока. News Time.